исторического значения не было. Это дата восстановления Ростовского кантона, который пострадал во время Севера. Второй случай для вас. Это и есть надгробные плиты, которые когда-то были в Томском соборном полу. То есть такие же плиты и горы, с этими камнями. Сохранение мая и я начала это тем, что Томский собор сейчас на ремонте и ресторации на европейские идеи. Продолжение следует...